прототипом солнечных батарей являются подсолнухи. Фотообъективы с переменной диафрагмой работают по принципу зрачка. А размер матрицы многих цифровых аппаратов – 22 миллиметра, подобно сетчатке человеческого глаза. Алгоритмы движения современной робототехники позаимствованы у насекомых. Все, что связано вот с какими-то природными аналогами, с их изучением, оно всегда является ноу-хау. Природа, она дает нам какие-то инновационные вещи и... Удивительный просто. До недавнего времени, изобретая новое, человек не догадывался, что это уже существует. Надо только увидеть и применить. Именно так в середине прошлого века возникла наука бионика. Наука знает и умеет много, а природа неизмеримо больше. Остается только понять, как скопировать и применить совершенство живой природы в технологиях. Наука вообще занимается тем, что она сначала исследует естественный мир, естественную среду, природу. Следующая наука – это теоретическая бионика, которая изучает уже на основе изученного, делает теоретические модели и изучает те принципы, которые были... увидены в природе и исследованы там. И последняя – это техническая бионика. Она уже эти модели теоретически применяет в жизнь. Обыкновенная паутина. Мало кто знает, насколько необычными свойствами она обладает. Если сплести паутинную нить толщиной с карандаш, сеть из таких канатиков способна остановить летящий самолет. Паутина имеет белковую природу, но вместе с тем она по некоторым показателям прочнее стальной проволоки. Если такой же толщины проволоку спускать, ну, под собственной тяжестью она в конце концов порвется, то паутина оказывается там в несколько раз длиннее. Ученые давно пытаются воспроизвести удивительные свойства паутины. Искусственное волокно пока уступает природным нитям. Но процесс его производства полностью скопирован у паукообразных. Для того, чтобы сплести сеть ловчую, эти многочисленные тонкие нити, выходящие из паутинных железок, паучок проглаживает специальным коготком, расположенным на задней ноге. Паутинный коготок. Над созданием 1 килограмма волокна должны трудиться более 50 тысяч пауков. В производственном цехе всего несколько человек. Процесс получения искусственного волокна полиакрилонитрила состоит из нескольких стадий. Сначала в реакторе при определенной температуре готовится смесь реагентов. Здесь происходит приготовление раствора с определенной концентрацией, температурная подготовка для того, чтобы раствор... с определенными характеристиками получить, и фильтрация. Основа паутины и живой, и рукотворной – вязкая сиропообразная жидкость. Она продавливается через фильеру, пластинку с большим количеством отверстий, в растворитель. Так из струек формируется волокно. Дальнейший процесс производства нитей отличается от природного. Становится более сложным и энергозатратным. Паутина, как шерсть или волосы, состоит из нескольких видов белковых молекул. Но в отличие от шерсти, в паутинном шелке присутствуют кристаллизирующиеся белки. Шелк застывает, когда молекулы белков превращаются в твердые пластинки – кристаллиты. Они, в свою очередь, соединены в нитевидные структуры – фибрилы. В природной паутине и фибрилы, и кристаллиты всегда расположены параллельно друг другу, вдоль одной оси. Для того, чтобы получить высокие физико-механические характеристики, наше волокно должно быть подвергнуто нескольким стадиям вытягивания. Для того, чтобы кристаллиты или фибрилы были ориентированы вдоль оси волокна.
Достичь такой четкой структуры внутри искусственной нити можно только при помощи дополнительных манипуляций с материалом. Здесь у нас... камера термического вытягивания, где происходит окончательное формирование структуры волокна, последняя стадия ориентирования, после которого волокно подвергается поверхностной обработке. Готовая нить высушивается и наматывается на специальные патроны. Полученные полимеры не столь совершенны, как природные. Если диаметр паутинной нити составляет 1 микрометр, толщина синтетической – 10 микрометров, а прочность – в 8 раз меньше, чем у паутины. И все-таки она уникальна. Эта ткань используется в авиации, в автомобилестроении, судостроении, ветроэнергетике, в спорт, индустрии, то есть там, где можно заменить металл. Мы сталкиваемся с бионическими изобретениями, даже не подозревая об этом. Чаще всего принципы, перенятые у природы, встречаются в архитектуре. Например, в основе конструкции Эйфелевой башни лежит строение бедренной кости человека. На головке кости имеется множество опорных точек. Благодаря им нагрузка на сустав распределяется равномерно. Это позволяет изогнутой бедренной кости выдерживать любой вес тела. Такие же опорные точки можно найти и в основании Эйфелевой башни. Ее конструкция считается архитектурным эталоном устойчивости. Архитектурная бионика – это прежде всего направление, которое исследует не просто внешние формы или какие-то внешние, так сказать, проявления природных объектов, а старается дойти до функции, до того, как этот объект функционирует. А потом уже эту функцию творчески преобразовать и выйти на то или иное ее приложение. Природный аналог есть и у другой известной башни – Останкинской. Ее стройный силуэт неповторимо узнаваем. Несколько десятилетий назад башня была самым высоким строением не только в стране, но и в мире. Прообразом Останкинской башни стал цветок лилии, перевернутый соцветием вниз. И башня представляет собой конусообразную железобетонную монолитную оболочку. И уникальность ее конструкции заключается в том, что, несмотря на свою очень большую высоту, больше 500 метров, глубина заложения фундамента меньше 4,5 метров. И это достигнуто тем, что центр тяжести этой башни расположен в нижней части. Конструкция Останкинской башни легкая и устойчивая, как стебель пшеницы. Строение этого растения, его способность не ломаться от тяжести соцветия и легли в основу башни. Если говорить о конструкции высотных зданий, то можно увидеть, проследить аналогию между стеблями растений, стволами деревьев и этим зданием. Как и в них, как и в стеблях и в деревьях, в этих зданиях есть ядро жесткости. Если в деревьях там проходят питательные вещества, то здесь проходят вертикальные коммуникации, такие как лифты, лестницы, всякие вентиляционные шахты и так далее. Борщевик сибирский. Внутри у него пустое пространство. Таким образом, здесь создаются такие напряжения, что позволяют не ломаться ему. Мало того, стебель покрыт ребристыми выростами. Это своеобразные ребра жесткости, в которых как раз и проходят те самые проводящие тяжи, которые на тоненьком стебельке злака мы не можем рассмотреть. Архитекторы все чаще обращаются к принципам функционирования живых организмов. Чтобы понять, как это работает, конструкторам приходится все чаще обращаться к биологии. Природными прототипами архитектурных конструкций становятся рыбы, птичьи яйца, растения и даже человеческое тело. В качестве биологических моделей могут выступать на самом деле самые разные объекты. То есть, если мы, скажем, рассматриваем, предположим, млекопитающих, вот, в том числе и человека,
то для архитектора интересна, например, его структура, то есть костно-мышечная система. Как вот, скажем, скелет сочетается с мышцами, сухожилиями, почему он такой гибкий, почему он такой упругий. Кости человека работают на сжатие. Мышцы на растяжение. Эти элементы строения человеческого тела были взяты за основу так называемых стержневантовых конструкций. Главные в них – арки, архитектурный образ позвоночника. Арки состоят из деревянных кубиков, внутри которых пропущены ванты, канаты. Созданные на такой основе строения прочные и легкие, а при необходимости элементарно скатываются в рулон. Даже по вот этой вот модели видно, что конструкция очень хорошо может менять свою форму. Ну, в частности, видно, что она, например, может переступать через какие-то препятствия. Вот можно даже, так сказать, посмотреть, как она изгибается. И подобного рода домик был сделан для испытаний на Северном полюсе. Назывался он «Северный полюс 25». Инженеры – самые преданные адепты бионики. Именно они чаще всего используют интеллектуальный потенциал природы. Самым развитым направлением в инженерной бионике являются средства обнаружения и навигации – эхолоты. Чаще всего эхолоты работают при помощи ультразвука. Его используют и летучие мыши, чтобы ориентироваться в полной темноте. Если речь идет об эхолокации, то здесь мы можем говорить не только о летучих мышах, потому что летучие мыши – это только один из примеров использования эхолокации в природе. Прообразами для создания эхолокаторов, эхолотов еще вот такие приборы есть, были морские млекопитающие, киты и дельфины. Они активно пользуются звуковидением. Дельфины для ориентации в пространстве используют различные щелчки. Человеческое ухо воспринимает эти сигналы как треск разной интенсивности, от комариного писка до щелкания пальцами. Такое звуковидение позволяет дельфину различать предметы размером меньше миллиметра. Сигналы, которыми пользуются летучие мыши, человеческий слух не воспринимает. Но принцип эхолокации мышей ничем не отличается от дельфиньего. И те, и другие животные улавливают отраженные от препятствий звуки, оценивая расстояние до объектов. Эхолот, как летучая мышь, испускает в пространство неслышимую ультразвуковую волну. Столкнувшись с препятствием, волна отражается от него и возвращается обратно. Ее слабое эхо улавливается и анализируется прибором. Современные эхолоты бывают самых разных размеров. С большими цветными экранами и черно-белыми размером с ладонь. Есть даже маленькие эхолоты, которые крепятся на удочку или спиннинг вместо крючка и забрасываются на глубину. Здесь на приборе есть экран. Я, глядя на экран, вот смотрю, максимальная глубина была 6,8 метра там. Рельеф дна видно какой. Даже какая-то рыбка там попалась. Эхолот – несложный прибор для измерения глубины. Для навигации предназначены более солидные установки – эхолокаторы. Большой экран, на который выводится не только информация о дне морском, но и данные с радара, карта спутникового навигатора и даже изображение с подводных видеокамер. Такие приборы отражают не только косяки рыб и рельеф дна, но и плотность его грунта. Это навигационный эхолот-интерфейс, вперед смотрящий. В данный момент он как бы вот показывает, сканирует вертикальным лучом, так сказать, впереди себя.
помощи бионики человек научился не только проникать сквозь толщу воды, но и видеть в темноте, как кошки и совы. У кошек в глазу есть особый слой – тапетум, который подстилает сетчатку и, концентрируя самые малейшие световые лучи, передает эти лучи на сетчатку, таким образом усиливая изображение. Так появились приборы ночного видения. От обычного бинокля или прицела такой прибор отличает электронно-оптический преобразователь, сокращенно ЭОП. Устройство, способное обнаруживать, усиливать и визуализировать свет так же, как кошачий глаз. Электронно-оптический преобразователь – вакуумная колба, внутри которой находится линза, покрытая фотокатодом. Чувствительным к свету веществом способно улавливать самые слабые частицы света – фотоны. Фотокатод преобразует поток фотонов в электроны и отправляет их в усилитель. Здесь электроны ускоряются в десятки тысяч раз. За счет этого увеличивается и их яркость. Попадая на люминесцентный экран, ускоренные электроны вызывают его свечение в зеленой области спектра. Мы увидели, наконец, видимый для глаза человек, когда люминофор снова электронный поток превратил в световую картинку, которая воспринимается глазом. Как и кошачий глаз, прибор ночного видения не позволяет видеть в абсолютной темноте. Но если на местности присутствует хотя бы малейшее излучение, оно будет преобразовано в видимый свет. Глаз человека видит определенный узкий спектр. Мы его называем видимый свет. На самом деле на местности есть излучение других длин волн, которые глаз человека не видит. Особенно ночью, там от звезд, от свет луны. Электронно-оптические усилители собирают в стерильных условиях. Любая пылинка внутри прибора превратится для наблюдателя в большую яркую точку и будет мешать наблюдению. А в случае попадания между электродами, частичка пыли может вызвать даже короткое замыкание. Поэтому вместо конвейерной ленты части ЭОПа передаются из одного цеха в другой через специальные окна. На испытаниях, предположим, этих приборов, если в сторону Москвы, даже отъехав на 50 километров, ты легко будешь различать естественного света, отраженного от облаков, над таким большим мегаполисом. Его хватает для того, чтобы прибор ночного видения, хотя невооруженным глазом ты не видишь ничего. Цикл производства одного прибора составляет 48 дней. Еще несколько дней занимает проверка долговечности прибора. На этом стенде его проверяют по 60 позициям. Бионический подход позволил ученым создать зрение не только ночное, но и интеллектуальное. Можете ли вы ответить, как вам удается узнать человека по шаржам или определить породу собаки по внешним признакам? Ни одна машина не способна решить подобную задачу, хотя даже ребенок легко справится с ней. Дело в устройстве человеческого мозга. Распознавать образы нам позволяет механизм работы клеток нейронов. У вас есть большой запас правильных ответов на какие-то задачи. Но логически обосновать, как к этим ответам люди приходили, трудно. Обучить технику решать подобные нелогичные задачи помогает нейробионика. Наука, создающая искусственные нейронные сети, работающие по принципам человеческого мозга. Нейронная сеть – это такая система, которая в состоянии была бы брать вот эти примеры и сама выбирать свою структуру и свои параметры внутренние, и научаться отвечать на вот вопрос, что перед ней, да, вот решать задачу классификации, распознавания, то это был бы очень большой подарок. Собственно, вот нейронные сети, они и призваны для таких задач. Биологическим прототипом такой системы является клетка нервной системы – нейрон. Но в роли модели, на примере которой изучается работа нейрона, чаще всего выступает совсем не человек. Устройство нейрона чрезвычайно сложно. И до сих пор не все его функции изучены. Но принцип работы нейрона исследован основательно. Биологический нейрон – это не некий такой, условно говоря,
процессор, некое образование, которое имеет довольно много входных каналов, которые называются дендридами, по которым может поступать информация. Сигналы поступают в тело клетки, которые вот так вот образно нарисую кружочком, в котором выполняется что-то типа операции «плюс». То есть они суммируются вот в некую общую активность, которая из клетки. На выходе клетки по выходному каналу, который называется аксон, пойдет выходной сигнал. То есть клетка сосчитала вот этот вот выходной сигнал и отправила дальше соседним клеткам, которые дальше будут работать. Компьютерные программы, работающие на основе искусственных нейронных сетей, называют интеллектуальным зрением. Это системы, способные в буквальном смысле осознавать то, что они видят. Самый простой пример такой системы – дефектоскоп. Уникальный прибор, способный оценить безопасность трубопровода при помощи интеллектуального анализа данных. Метод внутритрубной диагностики заключается в том, что внутри трубопровода пропускается внутритрубный инспекционный прибор, дефектоскоп. Задача этого прибора – это определить техническое состояние трубопровода и наличие дефектов в стенке трубопровода. Сначала дефектоскоп должен собрать информацию. Для этого прибор запускается в трубопровод, чтобы самостоятельно прощупать его стенки. Бригада выставляет дефектоскоп так, чтобы он беспрепятственно попал в створ трубы. С помощью тяговой лебедки его затянут в трубу, выровняют камеру по уровню и установят в трубопровод. Исследование проводят двумя способами. В первом случае используется принцип эхолокации. Дефектоскоп испускает ультразвуковые волны. В зависимости от угла прохождения волны, прибор измеряет толщину стенок трубы или регистрирует трещины и коррозию. Второй способ сбора информации – создание дефектоскопом сильного магнитного поля. Если прибор обнаружит утечку заряженных частиц, в этом месте трубы он зарегистрирует дефект. Один вид датчиков дополняется информацией от другого вида датчиков. Например, так как дефектоскоп ВМ ультразвуковой позволяет нам с большей точностью определять дефекты стенки трубы. А дефектоскоп магнитный позволяет нам определять дефекты в поперечных сварных швах. Во время исследований дефектоскоп проходит огромные расстояния. Например, во время проверки магистрального нефтепровода прибор способен преодолеть более 350 километров. Вся информация, полученная за время работы, будет записана на небольшой чип. Данные с него подвергнутся обработке с помощью специальной компьютерной программы. Эти программы построены на принципе нейронных сетей для того, чтобы иметь возможность производить самообучение самой программы. Обработка информации происходит по принципам нейробионики. Дефектоскоп движется по трубе с постоянной, заданной скоростью. У него нет возможности остановиться и измерить тот или иной изъян. Поэтому цель программы – проанализировать огромное количество данных, собранных дефектоскопом, и выявить все найденные дефекты. На данном мониторе мы видим информацию от ультразвукового дефектоскопа ВМ, который показывает нам наличие стенки трубы, дефекта в геометрии, вмятина. Тут же оперативно мы получаем информацию из базы данных, в которой вся хранится история возникновения и развития этого дефекта. Система способна распознать даже такие повреждения, с которыми не сталкивалась раньше. И все благодаря тому, что информация анализируется по аналогии. Ведь каждая трещина или вмятина имеет собственную, неповторимую форму.
Учесть все варианты не способна самая большая база данных. На правом мониторе мы видим информацию, полученных от магнитных датчиков, которые синхронизированы у нас. И рамка наложена на магнитные данные и показывает место наличия дефекта геометрии по магнитным данным. Мы подсматриваем в этих биологических системах только общие, если угодно, может быть, поверхностные принципы, которые, как нам кажется, сейчас используются вот этими биологическими системами. Мы им даем свои имена, значит, переформулируем их вот в наших каких-то математических, так сказать, системах и собираем из них решение тех прикладных задач, которые перед нами стоят. История бионики – история гениальных открытий. Природа предлагает множество простых, но уникальных решений. Остается только понять их и применить. Возможно, в сочетании биологии, техники и математики кроется успех будущих новейших технологий. We'll be right back.